представление еще одного финала метания копья у мужчин. И здесь у нас Дмитрий Тарабин, очень хорошо выступающий в этом году, 85 метров на 10 сантиметров метнувший. Он даже лидер сезона. А вот этот спортсмен из Турции, Патихаван, 84-69, он идет вторым. Получается, что у Дмитрия Тарабина в этом сезоне лучший результат, да, среди вот всех участников. Вёшлер из Германии, 83-65, у него третий результат. Так что вот все сильнейшие в этой компании. Вот лидер и претендент, один из претендентов на медаль, Дмитрий Тарабин. Ну что ж, в хорошем настроении. Молодец. Тима Амб из Швеции. Тани Лан Мяе из Эстонии. И вот еще следующий скопиметатель Лукаш Грищук. Также в этом сезоне показал результат за 80 метров, 80-58. Да, ну и вот мы не видели одного тоже очень сильного метателя. Это Дмитрий Косинский из Украины, 83-39, победитель командного чемпионата Европы. Ну вот Томас Рёхлер, который нам представили, немецкий метатель, был в квалификации лучшим. И, кстати, показал свой лучший результат. Личный рекорд 78 метров 8 сантиметров. Идет, ее трудно будет остановить. Но и вот что еще происходит. Один из претендентов на медали — Тиль Вёшлер. Ну, Дмитрий 83-65 в его активе. Вот какой далекий. Далекий полет копья. Под 80, да? Да, за 80. Или за 80. Да, даже. Но он понимает, что далекий, уже доволен. Но сейчас посмотрим. Пока 77-56 у Фатихавана лучший результат. И что же? Тут не под 85. 84-38. И личный рекорд. Да, вот это заявка на победу. Беги на дистанции 200 метров. Три забега будут бежать участницы Семиборья. А у нас Дмитрий Тарабин. К сожалению, видите, пока нет у него броска за 80 метров. И вот надо собраться все-таки. Кажется, вот, кажется, вот сейчас получился. Ну, конечно, не так далеко, по-моему, как у лидера. Напомню, здесь Тиль Вёшлер 84-38 установил личный рекорд и лидирует. И пока единственный метнул за 80, и причем очень далеко, за 80 метров. Ну, и Тарабина что? Тоже должен быть. 81-65. Да. Ну, слава богу. Слава богу. Все-таки вот до этого 78-68, 77-37. Он даже не попадал. Ну вот после трех попыток вот так выглядит таблица. То есть еще три попытки впереди и 8 участников. Кстати, Хайван. 8-й пока у него результат. 77-56. Ух ты, тоже здорово. Фу, тоже за 80. Ну, он так настроился на этот, на эту попытку, посмотрите. Да, за 80, очевидно. Сам полетел вместе с копьем. Не дальше Тарабина. Далекий бросок, да. 82, выходит на второе место. Кострова, Юлия Кострова все-таки повторила личный рекорд, потому что так нельзя сказать, совсем неудачно. Дмитрий Тарабин. Он был третьим. Мы знаем, что у него был третий результат. Ну что, сумел он
То есть тоже за 80, явно за 80 попытка. Турка 84. Не, у турка 82-24. Да, на второе место выходит Дмитрий, 83-18. Ну что ж, молодец. Собрался и такой результат показал. Ну вот и Фатих Аван лишился, да, второго места. Идет такая борьба здесь упорнейшая. Здорово, здорово. Ну, фантастика. О-о-о. Просто. Так далеко он тут чуть же отреваншировался. Знаю, куда-то туда, к броску. Он вообще может к результату лидера, да, место выйти сейчас. Ну, видимо, обходит он Дмитрием. И сколько же? Ну, у него что-то такое уже стиль. Вот мы видим, уже не первая его попытка. Он бросает и прямо летит вслед за копьем и падает. Такая особенность его броска. 84-08. Да, снова становится вторым. Всего 30 сантиметров он. Ну что ж, решающая попытка Дмитрия Тарабина. Да, ну, увы, очень сильны были соперники сегодня. Не удалось. Не удалось тут завоевать золото, но тем не менее, все-таки бронзовая медаль с таким высоким результатом. Это тоже почетно. В принципе, это второй, по-моему, в карьере Дмитрия после 80-50. То есть он сделал все, что мог, в общем-то, бронза. Ну, а вот... А турок может побороться за золото. В общем-то, да. Аппетит приходит во время еды. 84-08, всего 30 сантиметров позади Вёрштера. Вёрштер во второй попытке 77-19, потом заступил и две следующие просто пропустил. И вот сейчас, видимо, будет смотреть, как выполнит эту попытку турецкий каплеметатель. Ну, хороший, хороший, но это он считает, что он лучше метнул. Посмотрим. Ну, это он так считает, а мы-то отсюда хорошо... Видели, что... Ну, куда-то туда, очень далеко, на самом деле. Просто, ну, здесь уже решают сантиметры. Нужно быть точным. Вот, видимо, не хватило. За голову хватается. Вот, видите, у него такая уже точно манера, да? Бросок, несомненно, хорош. 84-11. Прибавил 3 сантиметра, но вот чуть-чуть... Не хватило, а? 27 сантиметров. Ну, а лидер и уже чемпион принимает, его поздравляют. Он просто, видимо, уже не будет. Он, по-моему, вообще прекратил уже давно соревноваться. Просто ждал, сумеет ли кто-то что-то подобное показать. Но вот пришлось ему полноваться, потому что был близок турок к тому, чтобы обойти лидера. Но вот его последняя попытка... Не понадобилось, как и, кстати, две предыдущие, да. Ну, а тут радуется серебряной медали турецкий атлет. У Дмитрия Тарабина бронза. Ну, это вот заключительные уже результаты, итоги. Окончательные, да, итоги. Вот это копья. И, кстати, первая наша бронзовая медаль. Бронзовая, да, в любом случае, Дмитрий молодец. 4 золота, 1 серебро и 1 бронза. Вот пока багаж